Департамент культуры и культурного наследия презентовал новый проект «Прогулки по городу». Изучать историю родного края теперь можно в виде интересных пеших экскурсий. Первые две прогулки по центральным улицам Иваново состоятся 27 августа. Стартуют они от музея Бурылина. Проект рассчитан на детей старшего возраста и молодежь. Суть прогулок – это то, что восстановить интерес к городскому пространству и показать, что городское пространство Иваново несет для нас каждый день новые открытия. Проводить экскурсии два раза в месяц будут известные ивановские краеведы, историки, педагоги, искусствоведы. Они поделятся с ивановцами своим авторским взглядом на город и его историю. Пока прогулки по городу будут проходить только в Иванове, но проект уже заинтересовал культурное сообщество других городов области. Предполагается, что во всех городах Ивановской области мы тоже, в общем-то, подключим общественность, и будут вот своеобразные маршруты наработаны, потому что каждая территория, каждый город по-своему уникален, и везде есть чем гордиться. По словам Светланы Шмелевой, проект не потребует финансовых вложений со стороны властей. Экскурсоводы прогулок по городу готовы бесплатно рассказывать ивановцам об истории родного края. Бесплатными эти экскурсии будут и для горожан, во всяком случае, первое время. Организаторы не исключают, что в дальнейшем часть экскурсий сделают платными, а часть для социально незащищенных групп населения по-прежнему будут проводиться на безвозмездной основе. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.